Доброе всем времени суток! Приветствую всех на своем канале. Кто у меня впервые? Меня зовут Тиффани. И с недавних пор я являюсь консультантом косметики Faberlic. Я уже прошла первый шаг. Можете меня поздравить. Выполнила условия. Я сейчас покажу вам какие-то условия. Идут шаги. Очень выгодно, девочки, быть консультантом. Вы проходите шаги. Каждый шаг вам будет гарантирован подарок. В моем случае первый подарок у меня будет кондиционер или маска для волос, шампунь и уход за ручками. Второй шаг, третий вернее шаг, концентрированный стиральный порошок, универсальный и пятновыводитель. Очень-очень выгодно. Четвертый шаг будет один из четырех наборов по уходу за кожей. У меня будет. Вот и я познакомлюсь практически со всей продукцией Faberlic, что очень радует. Шестой шаг, седьмой, подарки увеличиваются, подарки замечательные. Вот обратите внимание, вот такие вот, вот я прошла, у меня будет вот такой уход за ручками. Маска и шампунь. Второй шаг, пятновыводитель и порошок я хочу попробовать. Потом будет серия по уходу за лицом. Дальше будет шампунь и помада. И последующие шаги, вот такие вот подарки. Вы должны выполнить продукцию на определенную сумму. То есть сумма должна не меньше быть 570 гривен, тогда вам подарок будет идти за 89 гривен, а при заказе 1170 всего идет за 29 гривен. Но, девочки, кто становится консультантами, у кого есть желание, вступайте в мою команду, будем вместе работать. И если вы будете выполнять все эти последующие шаги, вам уже гарантирован подарок всего за 29 гривен, независимо, какую вы сделаете сумму. Вот такая вот хитрость. Одно, девчонки, мне не радует то, что кто смотрел мой предыдущий обзор, подарок мне сразу отдали. Сразу отдали за первый мой шаг. Было в офисе это все, и мне отдали. Девчонки меня собрали, девочки, это мои любимки, мои друзья, поэтому мы все дружим. Поэтому отдали мне этот подарок, и я уже его показывала в обзоре. А когда мне пришла продукция, мне его забрали, но в этот раз не было на складе того, что можно было показать. Поэтому я немножечко подожду, а потом буду все вам это показывать, то, что мне будет приходить. Ну что, начинаем? Значит, пришло мне самое первое. С чего начнем? Я заказала вот такое вот мыло для рук. Ароматная земляника. Девчонки, хотела такой же гель попробовать. И хочу попользоваться случаем, девочки, большое вам спасибо сказать многим блогерам, которые снимают обзоры. Я хочу поблагодарить, кто будет смотреть меня. Потому что посмотрела многих девочек. Много информации узнала. Много очень. Посмотрела, много всего полезного рассказывает. Много всего вы рассказываете полезного, нужного. Большое вам спасибо, девочки. Огромный вам поклон и спасибо за то, что вы снимаете такие нужные обзоры. Посмотрев такие обзоры, мы можем гарантированно брать ту продукцию, которую уже нахваливают, то есть она действительно уже является качественной. Мы говорим о браках, да, уже я говорю какие-то плюсы, минусы, это очень важно. Спасибо вам, девчонки, огромное. И кто заинтересуется этой косметикой, вступайте в команду, будем вместе работать. Я буду всем рада и каждому. Вот такая вот ароматная земляника. Действительно пахнет превосходно. Я, конечно, еще не пользовалась, но очень-очень вкусно пахнет. Потом попользуюсь, расскажу. Но отзывы слышала только хорошие. А дальше взяла вот такой гель для душа. Сочный апельсин. Оранжевая Мексика. Вот так вот. Нотки. Ой, девчонки, действительно, настоящим апельсином пахнет.
Ой. Море. Ой, какая прелесть. Очень-очень вкусненькие, девочки, на лето. Самое то. Попробую, посмотрю, как он пенится, как он ведет себя. Я вообще люблю, конечно, гели для душа, крем-гели. Ну, я буду пробовать разные, буду с вами делиться, рассказывать. Надеюсь, что он мне понравится, потому что я тоже отзывы слышала только хорошие. Дальше. Как я уже говорила в том обзоре, возьму масочки. Масочки возьму Ботаника. Возрастные. Разных возрастов. Я взяла. Девочки, взяла 30, 40, 50. Плюс 50. Что значит, я взяла маска с экстрактом ягод Годжи, маслом карите. На очищенную кожу на 10-15 минут. Масочки, экспресс-масочки, очень даже неплохие, девчонки. Не смотрите, что цена на них очень дешевая. Использовать 1-2 раза в неделю. Так, эта масочка, что она делает? Укрепляет, подтягивает кожу лица. Вот это плюс 40, плюс 50. Питательная маска, обогащенная маслами, экстрактом цветов, дикой орхидеи, плодов карамболы, насыщает кожу всеми необходимыми веществами, увлажняет, смягчает ее. Кожа выглядит обновленной, потянутой, гладкой. Попробуем все. Одну девочки пробовала, плюс я, наверное, вот эту вот пробовала, восстановление и упругость. Осталась очень-очень довольна. В этот раз взяла три разные, попробую. Как я уже говорила, чтобы ее всю не открывать, я делаю прокол, дырочку, и я ее выдавливаю. То есть она очень хорошо выдавливается. И наношу ее тоненьким слоем, 10-15 минуток я ее смываю. Экспресс-масочка очень-очень здоровская. Дальше, девчонки, взяла супчики. Очень не порадовало то, что хотела взять, того не было. Я хотела взять грибы с сыром, этого на складе вообще не было. Что меня немножечко огорчило, взяла гороховый и со шпината. Девочки, еще попробовала средиземноморский. Если я не ошибаюсь, как он вроде так назывался. Мне кажется, что он или креветками, запах какой-то очень интересный. У меня кошечка очень любит креветок. Она как услышала этот запах, она начала шалыниты. Мы сделали этот супчик с багирком, мы его слопали. Девчонки, очень вкусный, я не выдержала. Мне очень-очень сильно понравился, попробуйте. Конечно же, попробую еще вот этих вот два. Они шли по очень хорошей цене в этом каталоге. Поэтому решила взять, попробовать. Немножечко ознакомлюсь с разной продукцией, чтобы хотя бы было представление. Дальше что? Взяла, девочки, такое вот ванильное лакомство, ванночка для маникюра. Мне она очень будет необходима. Что ее нужно сделать? Залить 200 мг теплой водички, 4-5 капелек, размягчать до легкой пены. Опустить ручки на 10-15 минут. Вы готовы к маникюру. Ну, мне кажется, она закрыта, да, она вся зафольгирована, поэтому я ничего не увижу, какая она даже... Жидкая она или густая, девочки, даже ничего вам не скажу. Попользуюсь, потом скажу обязательно, что она делает. Хорошо смягчает кутикулу. Попробуем. И такая она, кстати, будет в каталоге, в следующем цена ее дешевле, девочки. Обратите внимание, кто захочет взять себе. Так, дальше взяла, девочки, вот такой уход за ножек. Бальзам для стоп, гладкие пяточки. Тоже наслышана. Вот так вот выглядит. Хотела, конечно же, и крем такой взять. Обратно же на складе его не было. Не радует то, что много всего нет на складе. Видимо, нас так много любительниц. Поперлик. Это очень хорошо, девочки. Что многие хотят быть ухоженными. Хорошо выглядеть для своих мужчин, для любимых, для своих родных. Это очень сильно радует. Так, что еще я взяла? Взяла я вот такие вот две зубных пасты. Взяла пасты одинаковые. Свежая мята. Взяла, потому что они шли от цены, если бы заказ на 150 гривен, зубная паста шла по другой цене. Я взяла их две.
девочки, попробовала, почистила зубки. Что я вам скажу, больше ее брать не буду. Не знаю, мне она не понравилась абсолютно. А мужу моему, так она вообще не понравится. Хотя я брала про свежесть, и то более или менее, хоть на зубную пасту похоже. Это такое чувство, как будто дешевая дешевка. И не знаю, девчонки, вообще никакущая. Ни запаха, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Никакая. Брать ее не буду. Я еще взяла две штуки, ее так нахвалили. Ну, не знаю, не стоит она того. Даже она и тех денег не стоит. Мне кажется, в супермаркете самая дешевая зубная паста, вот она выглядит вот так вот, и так же самое она ведет себя на зубах. Ну, не знаю. Вот, я ее пробовала сегодня, обратите внимание. Ну, мой муж, я не знаю, ему она точно не понравится, он ее еще не видел. Посылка мне пришла уже второй день, нет, два дня назад, поэтому я успела попробовать. А, девочки, еще взяла такой пинцетик. Щипать бровки. У меня был пинцет хороший, где-то я его потеряла. Второй мне не нравится. Я решила вот такой дизайн. Такой красивенько. Вот. Очень щипает хорошо. Посмотрите, кончики какие. Очень здорово. Даже самые тоненькие волосиночки очень хорошо выдергивает. Мне понравился. Я сегодня покрасила бровки и привела в порядок бровки свои, поэтому навела красоту. И вот я попробовала этот пинцет. Неплохой, неплохой, очень даже. Я вам скажу, лучше цена по качеству, нежели я покупаю в магазине. По качеству цена его очень даже радует. Радует мне качество, порадовало. Дальше, девочки, я взяла себе тушь. Все длительное время очень много наращивала реснички себе. Нарастила до тех пор, пока уже, девчонки, вообще без ресниц своих осталось. И я вот уже себе восстанавливаю реснички, стараюсь, и купила себе, прикупила я себе тушь. Обратно же, как вы мне, как очень многие нахваливали, девочки, смотрела, предпочтения очень разные. Одним одна нравится, другим другая. Очень тяжело определиться и выбрать. И я из большинства выбрала вот именно вот эту вот тушь. Девочки, посмотрите, какой чехол. Такой вот велюровый чехольчик. Смотрите, такая вот она интересная. Сейчас я вам покажу щетку. Щетка. Не знаю, девочки, у меня ресниц только нет, насколько такая объемная щетка, класснючая, конечно, даже при том, что у меня нет ресниц, ну, хотя бы что-то есть. Ну, это меня очень порадовало, я вам скажу, потому что я красила и в Роше, она вообще у меня ни вида, ни пейзажа не было. Сейчас хотя бы какая-то видимость, картинка нарисовалась, ну, это меня очень-очень сильно порадовала. Тушь меня очень сильно порадовала. И она мне шла по цене при покупке каких-то определенных продуктов. Была акция. То есть она мне пошла по цене. Ее цена полная 145 гривен, если я не ошибаюсь. Она мне шла за 95 гривен. То есть бонусы были за нее. Вот так вот. И я выбрала себе блеск. У меня когда-то был давно-давно, девчонки, блеск. И мне очень нравилось, как он пахнет. Вот такой вот блеск. Сейчас покажу. Такая вот сочная малина. Ой, он так пахнет. Мне кажется, я его больше из-за запаха взяла, чем из-за цвета. Видите, вот такой вот он. Такой вот красивенький. Ой, пахнет так. Конфетки. Конфетка на губах. Буду девочкой-конфеткой. Так. Дальше, девочки, духи, взяла себе духи. Сейчас расскажу, что с ними было. Я аж такая невнимательная, читаю, беру каталог. И что самое интересное, идут духи и коды. Я же обратила внимание, название еще духов я не ознакомилась, то есть я их не знаю, не могу знать. И я говорю, код, когда делаю заказ,
Говорю, код такой-то, они читают, какие плохие девчонки, представляете, мне приходят вообще непонятно какие, которых я вообще не хотела, и запаха даже его не знаю. Я открываю в офисе. Хорошо, что директор, это моя хорошая подруга, она стоит, она увидела мое выражение лица, она все поняла. Она говорит, ну ты же сама мне код этот сказала. Так, говорит, в следующий раз будем все проверять. Девочки, вы уже сами, если вы накосячили как-то, проверяйте хотя бы сами за собой, выпишите, будьте внимательными. Да, потому что будет в таком случае, как у меня. Но мне-то поменяли. Хорошо, что поменяли, мне на него две девочки. Вот такие вот духи я взяла. Это из новинок, насколько я знаю, это из новых, да, духов. Вот так вот они выглядят. Сладенькие, сладенькие, я такие очень люблю. Знаешь, что мне предложила Катя? Говорит, так, давай, иди выбирай, какие тебе на тебя смотрят по этой цене. Я вот выбрала мелодию, потому что, девчонки, я думала, я там обрыдаюсь. На меня можно было только посмотреть и все понять. Хорошо, что у меня... Катюша такая, она с пониманием, другой бы человек сказал, это твои проблемы, да? Вот она у меня такая умничка, я в таком восторге, вот, девчонки, и тушь мне очень понравилась, и духи обалденные, пахнет изумительно. Я сегодня вышла немножко покупки сделать, клубничку, черешеньку, фруктов сейчас изобилие, и вот я надушилась ими, иду вся такая пахнючая, вкуснячая. Вот, девочки, так что будьте внимательными, если вы уж там как-то что-то начудили, вот, имейте в виду, будете этим и пользоваться. Вот, поменяла на такую вот мелодию. Спасибо, конечно, что мне поменяли. Ну и, конечно же, самое главное, я взяла оптиматор роста ресниц. Программа «Уход за кожей век». Ой, девчонки, что я, значит, буду эксперимент делать? Мне самое интересное. Цена его взяла очень-очень дешево. Или 60 с чем-то с копейками, а плюс еще моя цена консультант, это вышло намного-намного дешевле. Значит, что? Тут я смотрела отзывы очень хорошие про этот активатор роста ресниц. Попробую, потому что тут без вариантов. Надо что-то делать, потому что девочки вообще как... Вида нету никакого. А делать что-то нужно. Так, я ее уже открывала. Сейчас покажу. Расскажу, как я ее буду наносить, как я ее наносила. Я, наверное, сниму отдельный обзор, покажу, в каком у меня состоянии ресницы, то есть без макияжа, без ничего, и буду потом последовательно. Мы придем к тому, что месяц, 4 недели тут дают, какие действительно реснички после нее вырастают. Пушистые, даже обещают, что меняется цвет. Ну, цвет мне, как видите, я не блондинка, цвет мне не нужен, мне надо ресницы. Я хочу, девчонки, как отращу, буду хлопать ими, как бабочка. Вот такой вот он маленький. Так, сейчас покажу, чем я наношу. Вот такой вот маленький. Значит, что тут, девочки? Очень удобно. Я так поняла, это наносится только вот как стрелочки. Вы красите, делаете. Но как делаю я? У меня вот такие вот. Для наращивания ресничек, они стоят копеечки, девочки, копейки. Я просовываю, и каждую ресничку, я ее вот так вот промазываю. Подсушилась обратно. Очень сильно понравилось, сниму отдельный обзор, расскажу свои впечатления, покажу, как я это буду наносить. Я думаю, обзор это будет очень интересный и очень нужный. И действительно, потом, через 4 недели, я сниму, в каком состоянии сейчас у меня ресницы. У меня в очень плохом сейчас состоянии, практически нету. Это при том, что у меня были шикарные ресницы, я их угробила. Девочки, знаете одно, если вы наращиваете ресницы, это приводит к тому, даже если были наращивания, очень сделаны профессионально, вы угробите свои натуральные ресницы. Знаете, это раз навсегда. Процесс необратим. Тут уже ничего не поделаешь. Быть или не быть. Либо вы красивая, красота требует жертв. Потом мы восстанавливаемся. Я хочу отдельно снять этот обзор и посмотреть. Мы вдвоем с вами увидим, насколько они меня отросли. И при том, что будет вот такая вот замечательная тушь, посмотрим, к какому мы придем результату.
Поэтому не пропускайте моих обзоров, это будет очень-очень интересно. И пришел вот такой вот десятый каталог. Очень много новинок, очень много всего интересного, много всяких пропозиций, много-много всего вкусного. Поэтому я еще, конечно же, его только не смотрела, пролистала. Очень много акций разных. Так что, девочки, смотрите, выбирайте для себя. Выбирайте для себя лучшее. Я надеюсь, что мой обзор был вам интересен. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вам всем желаю очень хороших покупок, прекрасного настроения летнего. До свидания, мои родные. До свидания, любимые.